никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории, это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира. В том числе и, конечно, не представляет угрозу для Украины. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир. Войны не будет. Мы войн не хотим. Призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать? Завтра в 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны.